студии Мария Фанс. Совсем скоро наступит 23 февраля, День защитника Отечества. Праздник, когда мы поздравляем наших пап, дедушек и просто мальчишек. Конечно же, в преддверии этого праздника у меня не мог не появиться серьезнейший и не детский вопрос. Что же подарить нашим дорогим мужчинам? Давайте попробуем разобраться. Первое, что я сделала, как, наверное, и многие, залезла в интернет и вбила самый популярный на сегодня запрос. Оригинальные подарки на 23 февраля. Что здесь только не вышло. Носки, мыло, гели для душа, букеты, телефоны и различная бытовая техника. Также можно найти мастер-классы по изготовлению различных подарков. В общем, столько всего, и практически на все придется потратить кругленькую сумму. Чтобы разобраться, а что же на самом деле хотят мужчины, я решила выйти на улицы нашего города и узнать их предпочтения. Как вы думаете, что хотят мужчины на 23 февраля? Мужчины? Ой, я даже не могу сказать. Как обычно, носков им много надо. Здоровье самое главное. И мужчинам, и женщинам. Да. Бритву. Ну, как обычно, наверное, носки. И не хотел бы получить это. А если честно, ну, все хорошо. Лишь бы здоровье было. Здоровья пожелали нам, милые дамы. Подарок был, чтоб от чистого сердца и с любовью. Какую-нибудь технику там, не знаю, телефон. Что бы ты хотел получить на 23 февраля? Ну, я не знаю, там футбольный мяч какой-нибудь. А что бы ты не хотел получить? Нет, ну, что-нибудь со школой связанное. Обычно что женщины дарят? Носки, трусы и так далее. Дезодорант. Хочу, чтобы хороший день был просто и все в этот день. Да. Были близкие, родные. Пусть поздравляют. Самое главное – здоровье. Ну, как говорят, даренному коню зубы не смотрят. Самый главный подарок. Итак, подведем итоги. Самый лучший подарок – это подарок, сделанный с душой. А поэтому можете дарить все, что вашей душе угодно. Ведь главное – это ваше внимание. А теперь ловите подборку подарков, которые вы можете приобрести и осуществить в нашем любимом городе. Во-первых, в этот день главное уделить сильной половине человечества свое время. Можно просто прогуляться по нашему красивому городу. Например, по Аллее Славы, на Соборной площади, в Ельниковской роще или просто по Центральной улице. Далее можно посетить какое-нибудь кафе. Благо, в нашем городе их предостаточно. Как же без комплиментов в виде небольшого подарочка? Огромный выбор такой продукции есть практически в каждом торговом центре нашего города. В качестве альтернативы могу еще предложить сходить в кино. Афишу можно посмотреть на сайте ДК «Химик». И на десерт. Сюрприз. Пожалуй, самым неожиданным и приятным подарком станет видео поздравления на нашем телевидении. Уж я это точно знаю. Все подробности по адресу Советская 45А или по телефону 21 45 85. Я же на этом с вами прощаюсь. Будьте счастливы. Всем пока-пока!